В Гагру прибыла еще одна спецмашина для мусороуборки. Значит, данный автомобиль является японской компанией фирмы Isuzu на базе шасси NQR-75. Данный агрегат выполняет функцию кругового погрузчика, который может принять на себя 10-кубовый контейнер. По тоннажу может принять на себя до 5 тонн. Средства были выделены с Гагрского районного бюджета в размере 3 миллионов рублей. Машина прибыла к нам с Российской Федерации, конкретно с города Красноярск. Данные контейнера у нас стоят как и в черте города, так и за городом, в поселковых районах. Рабочего класса, в принципе, нам достаточно хватает для того, чтобы выполнять функции как данных агрегатов, так и остальных мусоровозных машин, которые сегодня имеются в наличии, как и новые, так и немного, скажем так, в устаревшем формате. Машины вот данного образца, они работают и выполняют свои функции с 5 утра и до 8 вечера. При необходимости, если, скажем так, в летний период времени количество туристов превышает определенную норму, то машины, соответственно, начинают работу и в ночное время суток. То есть в этом плане проблем никаких не возникает. С теми машинами, которые у нас есть в наличии данного агрегата, данной серии, вот, машин достаточно, машины справляются в летний период времени. Уважаемые жители города Гагра, гости города Гагра, убедительная просьба в соответствующие контейнера, 10-кубовые, кубовые контейнера, будь это маленькие урны, просьба заключается в том, чтобы мусор выкидывать именно в предназначенные контейнера, отведенные места для этого.